привет. Ну, как сказать, вот, в 90-х годах, даже какой 90-х, конец 80-х начинал как бы с группы «Наместник» в городе Шахта, Ростовская область, и это все как бы немножко продвигалось, с нами играли команды «Старуха из Аргили», «Метафе», «Мастерская твоих фантазий». Ну, очень много групп, их сейчас не упомнить вообще, потому что это было «Мама, не гори» когда, да? Вот. Ну, потом перестройка. Пришлось как бы дальше двигать свои корни куда-то туда, поближе к столице. Вот. Ну, Питер. Приехал в Питер. Там немножечко на Гороховой пожил. По клубам походил, посмотрел. Там. Помню, там-там клуб. Хороший клуб, кстати. Вот. Ну, что, и потом что-то меня, короче, Питер не особо... Он меня вдохновил, он меня просто припёр. Вообще меня вдохновил город Шахты. И в Москву я попал. Когда я попал в Москву, я познакомился уже с коллективами более такими, такими. То бишь, такими. Мама не горюльскими, да, так сказать. И начал уже как бы думать, так, чувачок, тебе надо, короче, что-то как-то это заряжаться вот так вот. Энергия. Ну и собрал коллектив. Думаю, как же его назвать, в принципе. А как? Ну так сидел ночью, да? А я ж ночью люблю писать. Ну, у меня такая фишка. Ночью люблю писать. И назвал по факту. По факту. Ну, по факту. Yeah.
По 6 часов я их, короче, колбасил. По 6 часов они у меня, короче, репетировали. По 6 часов в ночь. Я их колбасил, мама, не горю. По 3, по 6, сет 6 часов. Давайте, ребятки, зажигайте. И пошло, и поехало. Пустые холмы, туда-сюда, все эти. Короче, ну, все, короче, объездили, можно сказать. Ну, только, можно сказать, не ездили только на восток. А так, ну, мы проездили нормально, короче. Ну, что там, господи, что там говорить там, короче, там. Все так понятно, короче. Вот, ну, ребята нормальные, ребята. Левандовский там. Кто? Ра. Ваня Заказчиков. Герман. Козлов Сашка. Ну, короче, всех не... Сейчас уж не упомнишь всех. Хотя хотелось бы всех упомнить. Да не важно. Я немножко выпил. Это ничего страшного. Но дело в том, то, что все ребята, которые участвовали в проекте, по факту, они стоят своего нашего уважения, то бишь вот, моего уважения и нашего уважения. Многие ребята приняли в этом проекте, именно вот в панк-проекте, по факту. И на самом деле я очень благодарен. Вот. И даже вот мне помогали люди. Люди помогали коррозия металла, корпорация тяжелого рока. Вот. И они отдали мне. Вот теперь выслушайте меня. Ира и его жена, Ирочка, и Сергей Троицкий отдали мне панк-революцию. Они сказали, забирай ее, она твоя. И теперь, ребята, если вы как-то сможете, захотите, или как-то что-то, давайте как-то вместе, сплотимся вместе и сделаем как-то это все, скомплексуем все это и сделаем, возобновим эту тему. Потому что когда был кризис у нас в стране, как-то это все затормозилось. Так что давайте это возобновим. Мне это очень-очень-очень нужно. Потому что все-таки панк-рок должен существовать в нашей стране. А не прогибать где-то там. У нас столько потенциальных людей, которые на самом деле играют так, что мама не горюй. Давайте на самом деле раскручивать друг друга и поддерживать друг друга, потому что мы рок-музыканты, они собачьи, не хуй собачьи, я хотел сказать, вот что дело. Давайте, ребятки, дерзать, делать. Ну, приехал я вот сюда, в город Шахты теперь. Четвертую команду открыли. Тоже по факту. Но я же хочу в дальнейшем что-то как-то мутить, делать. Так что... Ребята,
без вашей поддержки. Я и сам смогу это все сделать. У меня потенциала, мама, не горюй. Еще раз говорю, настоящий панк-рокер сделает все. Все возможное вообще. Вот. Давайте делать так, то, что мы должны схватиться все вместе и сделать это. Потому что панк-рок должен существовать в нашей стране. Еще раз говорю, существовать. Его посадили. Кто ему помог? Он сделал один фестиваль панк-революции. Вы все в нем участвовали. Помогли, дай бог вам здоровья. Я тоже вложил какую-то лепту. Никто не знает ничего. И пусть никто не знает. Дело не в этом. Ребята, давайте сплотимся. Сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть? Меня зовут Стас Баклаков, группа «По факту». И я говорю, панк-рок в нашей стране будет продвигаться, продвигаться и продвигаться. Панки, хой! Вы должны знать то, что мы не умрем, пока мы не захотим. Один умер от того, блядь, другой умер от этого, третий умер от этого, четвертый умер от этого, блядь. Я понимаю все, блядь. Помогать надо всем. Значит, помогли этому. Мы всем, блядь, должны помогать, блядь. И мы должны помочь. Мы человеку помогли. Помогли. Семье помогли, помогли. Кому помогли? Мы должны это делать, блядь. Потому что мы семья, блядь. А не какая-то, сука, блядь, скотина ебучая, блядь. Возрождать надо панк-революцию. Если мы не возродим ее, кто нам поможет? Давайте, ребятки, короче, возрождать панк-революцию. Вот так покажу. Heavy metal rock now. Я говорю правду. С кем я играл, я могу сказать. С Азом играл. Играл. Да какая хуй разница, с кем я играл? Я в PG играл, чуть не подрался там, блядь. Чуть мозг меня не выебли, блядь, ебать. Ты кто тут такой, блядь? Панк или кто, блядь? Блондинка Ксю играл? Играл. Бригадный подряд играл? Играл, блядь. Чё? Нулевая позиция играл? Играл. Памяти Егора Валетова играл? Играл. Деньги куда? Пожалуйста, Егорочка. Денежка? От души тебе, дорогой мой родной. Я вырос на его песнях. Памяти Цоя. Пожалуйста, памяти Виктора Цоя. Блядь.
Я вырос на этом всем. Ребята, соединяйтесь. Вот так вот сплочение должно быть. А то быдло какое-то, сука, вырастает, блядь, непонятно. И не надо вот это, бляха-муха, блядь, мне что-то объяснять. Я не пафосный человек. Я очень нормальный, адекватный, такой же, как и вы, повседневный панк. Мне уже, блядь, почти пятый десяток пошел, блядь. Но я все-таки панк. Если вы эту всю хуйню курите, да, то вы завтра, блядь, проснетесь, нахуй, поймете, блядь, то, что панки существуют, блядь, настоящие, сука. А не какие-то, блядь, сука. Знаете, какие, блядь, вот такие, блядь, тряпочные, блядь, или там, я не знаю кто. Я настоящий панк, нахуй. Я сделаю, сука, для панк-рука, блядь, все, блядь. Вот вы теперь, сука, думаете, нахуй. Панки хуй.